Магнитогорский металлургический комбинат переведет IT-инфраструктуру на российское ПО. Группа ММК и разработчик программного обеспечения группа «Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области импортозамещения. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ММК Павел Шиляев и генеральный директор группы «Астра» Илья Сивцев. Подробности в сюжете Галины Смирновой. В начале встречи генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев отметил, что металлургическому предприятию сегодня крайне важно иметь целостный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, которые интегрируются в IT-инфраструктуру и закроют основные потребности ММК. Напомним, в конце 2022 года в группе компаний была сформирована долгосрочная программа по импортозамещению, которая включает в себя проекты по поэтапному переходу на отечественные IT-решения в ключевых бизнес-областях. Один из таких важных шагов – миграция с импортной операционной системы на отечественную. Парк компьютеров в группе компаний достаточно большой, это порядка 13 тысяч рабочих мест. И целью данного генерального соглашения является как раз таки закрепить основные положения по миграции, получить скидку, безусловно, корпоративную, получить техническую поддержку. Данное соглашение дает нам возможность гибко управлять нашей программой лицензирования, потому что такой парк компьютеров потребуется несколько лет для того, чтобы его перевести на отечественное решение. Нужно отметить, что группа «Астра» зашла на ММК еще в 2023 году. В рамках программы импортозамещения IT на коксохимическом производстве был реализован пилотный проект по переводу 400 автоматизированных рабочих мест пользователей на отечественное решение «Астра Линукс». До конца текущего года запланирован переход еще 700 рабочих мест в других подразделениях комбината. А в 2025 году начнется поэтапный переход на отечественное программное обеспечение для рабочих мест во всех обществах группы ММК. Соглашение подписано на 6 лет, и, помимо прочего, в нем прописано обучение 100 сотрудников группы ПАО ММК управлению и администрированию нового ПО, а также круглосуточная информационная поддержка. В данный момент в нашей стране практически нет тех вендоров, которые поставляют операционные системы или базы данных для того, чтобы создавать новые процессы по цифровизации. А при этом в бизнесе огромная задача создавать и цифровизировать все новые процессы. Поэтому мы считаем, что наша компания как раз может помочь цифровизации отрасли, в том числе и в металлургии. Спасибо огромное ММК, что выбрали нас в этом смысле в наши технологии. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.